У каждого есть герой. У меня это мой папа. Да, я могу. С тех пор, как мама умерла, мы остались вдвоем. Он умеет наполнять мою жизнь красками. Папа? Какая? Это. Иногда я не понимаю его совет. Но я ему доверяю. Нас всегда объединяла любовь к бегу. Однажды я буду быстрее, чем он. И тогда я буду побеждать в каждом марафоне в мире. Эбби? Эбби? Что с тобой, чемпион? По крайней мере, таким был мой план. Я теряю зрение. Прочитай самую нижнюю строчку, какую видишь. Это называется интраокулярная меланома. Рак глаза. К несчастью, ты потеряешь зрение. Это был худший день моей жизни. Папа? Просыпайся. Готова бежать, чемпион? Побежали. Я думала, он будет рядом со мной. Видимо, я ошибалась. Где ты, папа? Папа! Он оставил меня. Где ты, папа? Куда ты ушел? Разве он больше не любит меня? Я больше некрасивая? Он больше не гордится мной? Как ты мог оставить меня, когда ты нужен мне больше всего? Папа! Папа! Папа, почему ты оставил меня? Эбби думает, что я ее оставил. И как бы мне не было больно это слышать, она права. Я оставил ее. Самое большое, что мы можем сделать, это сохранить глаз, чтобы косметически он остался на месте. Это моя девочка. Это моя девочка. Это моя маленькая девочка. Нет! Я оставил ее, чтобы она поняла, что гораздо храбрее, чем думала. Я оставил ее, чтобы она осознала, какая она красивая, изнутри наружу. Я оставил ее, чтобы бросить ей вызов, какой она даже не представляла. Я оставил ее, чтобы она поняла, какая она сильная. Эбби! Эбби, это я. Папа? Это я, детка. Почему ты меня оставил? Я был рядом, я всегда был рядом. Куда ты ушел? Я всегда был с тобой, милая. Подумай о том, как далеко ты прошла. Разве не так, милая? Я люблю тебя. Подумай о том, как далеко ты прошла. Мой папа говорит, что он дал мне то, что мне нужно, а не то, что я хотела. Ты готова? Да. Друзья, то, что мы здесь видим, это удивительно. Это свидетельство настоящей любви. Любовь — это позволит человеку увидеть его истинное достоинство и красоту. Когда-то я думала, что все мои мечты разбились. Думала, что больше никогда не буду бегать. И пусть я не вижу своего папу, я знаю, он направляет меня на протяжении всего пути.